Здравствуйте, меня зовут Михаил, я профессиональный фотограф недвижимости в Таиланде. Сегодня мы находимся на острове Пхукет, приехали на объект, на который нас пригласила Алиса. Алиса у нас является представителем компании Love Phuket Property. Алиса, что мы делаем сегодня здесь? Привет, Миша. У нас есть шикарная квартира на Камале. Двух уровня, здесь две спальни, две ванны. Рядом есть магазины, рестораны, спа-салоны. Отличный вид на горы, но вот она не сдается. У нас есть фотографии, но они не отображают всей красоты данного объекта. Что ты можешь нам предложить? Я рекомендую разбить наши съемки на три этапа. Сторона у нас рассветная, поэтому нам надо снимать утром рано, когда свет будет падать в окна и освещать кухню и спальню на втором этаже. Вторую часть съемки я рекомендую сделать в районе 4-7 часов вечера, когда у нас солнце уйдет за спину и прорисуют нам сами горы. Тогда мы сможем отснять квартиру с красивым видом. И третий этап я рекомендую все-таки показать этот объект и в вечернее время, потому что я думаю, что вот эта вся лайдовская подсветка даст отличный результат. Нашей съемки прошло около 5 месяцев. Если до этого заполняемость квартиры была около 20%, у нас была всего лишь одна бронь на декабрь, то сейчас у нас очень много броней на январь, февраль, март, апрель, май. Основываясь на нашей статистике, я могу сделать выводы, что профессиональные фотографии, безусловно, увеличивают количество броней. В нашем случае это с 20% до 90%.